Во Владимирской области вновь активизировано создание коечного фонда для лечения пациентов с COVID-19. На базе терапевтического и пульмонологического отделений городской больницы номер 2 во Владимире открывается ковидный госпиталь на 70 коек. Госпитализация пациентов по профилям терапия и пульмонология приостановлена. Больные, которые нуждаются в помощи в стационарных условиях по этим двум направлениям, получат лечение в больнице номер 5. После открытия этого ковидного госпиталя коечный фонд в регионе составит 898 мест. Как отмечают в областной администрации, в случае необходимости формирование коечного фонда продолжится. Напомним, в конце прошлого года, в разгар второй волны пандемии, в регионе была 1905 коек для лечения пациентов с ковид.